Праздник закончился, воспоминания остались. Минувшее воскресенье для чебоксарцев было щедрым на события. Любимому городу исполнилось 546 лет. Отмечали с раннего утра до поздней ночи. В город прибыло немало гостей. Все дружно чествовали жемчужину Поволжья. Уже традиционно с утра на Красной площади прошла зарядка со звездой. В этом году горожане просыпались вместе с известным бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым. Вслед за общей разминкой чебоксарцы напрягли шею. Небесный простор рассекали стрижи. Военные летчики продемонстрировали мастерство, исполнив фигуры высшего пилотажа. Все внимание в небо! Роспуск встречными бочками! Дорогие друзья, немножко сейчас пощекотают нервы вам летчики. Фотоаппараты и руки в небо! Роспуск начали! Молодцы, ребята! В речном порту прошло торжественное открытие памятника выдающемуся кораблестроителю, академику Крылову. 15 августа исполнилось 152 года со дня его рождения. Он был известным математиком и механиком. Имя ученого вписано в историю отечественной и мировой науки. Автором памятника является заслуженный художник России Салават Щербаков. Такие выходцы из Чувашии, как академик Крылов, это вот те самые представители, на которых тоже на чьих плечах лежит вот эта ответственность. Я очень благодарен, что меня пригласили, потому что это яркое впечатление, вот и эта авиация, которая была. Большое спасибо, с праздником вам, здоровья, долголетия, всего самого хорошего. Спасибо. В рамках проекта «Этническая Чувашия» в парке 500-летия состоялось открытие одного из самых романтичных мест города – лестницы влюбленных. На участке за торговым центром появился лестничный спуск, видовая площадка и озеро с лебедями. Сразу после торжественного бракосочетания прийти сюда и провести еще более торжественную церемонию в таком красивом месте, где и лебеди плавают, и деревья растут, и цветы. Вечером на главной площадке выступали популярные творческие коллективы «Чебоксар». На Красной площади прошло театрализованное представление «Чебоксары. Город твоих побед». С 546-летием любимого города чебоксарцев поздравил временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. Дорогие чебоксарцы, дорогие гости, от всей души поздравляю вас с днем рождения города Чебоксары! Хочу поблагодарить всех горожан, которые с каждым годом участвуют на разных праздничных мероприятиях. И этот праздник становится все ярче и краше. Много улыбок, много добрых, счастливых лиц. Подарком для всех зрителей, что собрались воскресным вечером на главной площади столицы, стало выступление группы «Звери». Опять смеешься над моими вопросами. Просто интересно знать, насколько ты взросла. Мы идем по городу, вокруг все любуются. У таких, как мы, все обязательно сбудется. Я тебя спрошу, а ты со мной навсегда. Ты улыбнешься. Ты улыбнешься. В завершении концерта небо озарил праздничный салют. Разноцветные нити фейерверка с грохотом разрисовывали ночное небо.